Теперь переходим к новостям из самого Казанского федерального университета. В минувшее воскресенье стали известны представители КФУ на чемпионате АССК РФ по дисциплине волейбол. Наш телеканал в прямом эфире показал финальную часть внутривузовского этапа. Но если ты ее по каким-либо причинам пропустил, то сейчас Евгений Алмазов подробно расскажет обо всем в своем обзоре. 21 марта в культурно-спортивном комплексе «Уникс» прошли финальные встречи мужских и женских команд по волейболу в рамках внутривузовского чемпионата АССК РФ. Матчи не уступали друг другу по своей зрелищности и накалу страстей. Игровой день начался с матчей среди мужских команд. В игре за третье место встретились команды «Туркменистан» и «Химануты». На протяжении всей встречи команды радовали болельщиков безумными комбинациями, и первая партия закончилась со счетом 15-6 в пользу команды «Туркменистан». Во второй партии «Химануты» были близки к тому, чтобы изменить исход встречи. Но Туркменистан дожал противника 15-10. Туркменистан одерживает победу над химанутами и зарабатывает в свою копилку бронзовые медали. А в финале игра была поистине равная. За золото боролись между собой сборная Набережно-Челнинского института и команда «Казанские юлбарсы» второй состав. Игроки не уступали друг другу по силе, и первая партия выдалась действительно равная – 25-23 в пользу челнов. Но во втором сете «Казанские юлбарсы» явно подустали, и челнинцы выиграли второй сет 25-17. Набережно-Челнинский институт вырывает победу у казанских юлбарсов и становится обладателем золотых медалей во внутривузовском чемпионате по волейболу среди мужских команд. Следом на паркет вышли женские сборные. В матче за третье место встречались КФУшечки и ИМО. Игра в основном проходила под диктовку КФУшечек. И первая партия завершилась со счетом 25-8. Во втором сете особой интриги тоже не было. КФУшечки выигрывают партию со счетом 25-7 и становятся обладательницами бронзовых медалей. В завершение всего игрового дня в матче за первое место столкнулись команды Йылдызлар и Набережно-Челнинский институт. В первой партии Челнинский институт ничего не смог противопоставить такой сконцентрированной и физически подготовленной команде. Первый сет завершился со счетом 25-9. Во второй партии Набережно-Челнинский институт не смог изменить ход встречи. Практически все подачи соперника останавливались на половине челнов. Сами же челнинцы могли набирать очки только на ошибках соперника. Как итог, разгром во второй партии 25-4 и общий счет 2-0. Йылдызлар завоевывают золото и становятся победительницами внутривузовского этапа чемпионата АССК РФ по волейболу среди женских команд. Евгений Алмазов, «Неделя спорта».